Ну рассказывай, я весь внимание. Хаюшки! Здоров. Thank you.
Убрал, быстро!
Thank you.
Слышит! Приближается выброс! Срочно ищите надежное убежище! Thank you.
Ты волыны не свети, нехрен! Thank you.
Хаюшки! Бывай!
ученые. Теперь бандиты меня за своего считают и не трогают. Второй. А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет мать. Третий. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись «Я неудачник». Ронил, и моя неудача передастся тебе. Как ближе, чем на 50 метров, вообще никто не подходит. Сталкером. Тот зашел в сторожку, выходит, на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Ты даешь. Всегда такая пруха была. Если прикинуть... Так, ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. Все, завязываю в зону. Ну, привет! Время дорого. Рассказывай. Привет, брат. Вот послушайте, мужики.
Место безопасное, так что оружие спрячь. Ну, привет! Привет, брат! Ну, привет! Ну, здорово! Я тут вспомнил вот. Класс! Эх, вот если б всегда такая пруха была. Если прикинуть... Так, ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. А вот такое вам как? Застучали, мужики. Вот это как медом помазал. Ничего, ничего. Нормально, мы прорвемся. Не зря же я тут вон сколько... Ну что, есть что-то новое? Одного из щенов в зону, показать что да как. Некоторые вещи его украли. Давай, давай, не задерживайся. А некоторые вещи у него украли. Здравствуй, сталкер. Вот послушайте, мужики. Слушаю тебя. В общем, выкладывай. Ну, рассказывай, я весь внимание. Время дорого, рассказывай.
Привет, брат. Здравствуй, сталкер. Попутного ветра. Ну что, есть что-то? Иди, иди, нечего тебе тут делать. В общем, выкладывай. Thank you.
Здравствуй! Здравствуй, сталкер. Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся! Ну, удачи тебе!
одну фотку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет, в гробу я видел ваш хваленый клондайк. Музыкальная пауза. Еще хабар не тоже. Все. Завязываю. Внимание. Анекдот. В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома убегает маленький кровососец. И к папе тормошит его. Пап, покажи сталкерам. Тот зашел в сторожку, выходит, на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Вперед! Слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так башен. Ну ты даешь, Петрук. Какие тут нафиг кровососы? Полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: «Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да?» Тачочки поправил, ему так осторожно отмечал. Я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули. А сейчас вдруг плавно.